Всем привет! Привет! Сегодня отличный денек. Едем вверх в Тулинское Заречье. Объект небольшой прокол. Солнышко светит, дождика нету. Говоритель. Дороги только не радуют. Дороги не радуют вообще. Не город, а разруха какая-то. Прям как лунный кратер. Потихоньку двигаемся. Так, вот у нас такой объект, колодец в доме приямок, расстояние 17 метров. Будем бить американцев. Так, одной из проблем при проколах из колодцев является то, что либо колодцы свежие, у них вот такая чаща за колодцем на большом диаметре, и крот может уплыть вверх-вниз, то есть точность падает. И поэтому мы используем уголок, отверстие раздалбливаем, ну, вот как на видео вы все это видели. Уголок туда вставляем, и по направляющему он идет. У такого шанса более меньше вероятность, что он уйдет с траектории. Но все равно иногда бывали случаи, что он уходит. Приходится использовать план Б. Всем пока. Подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки.